Забить такой гол, пожалуй, самый долгожданный результат участников регионального этапа WorldSkills. Салават Исмагилов учится в Казанском автотранспортном техникуме. Говорит, что экскаватор знает как свои 5 пальцев. Однако в некоторых этапах пришлось попотеть. Первый раз участвовали. Один попал в кольцо, другой нет. Два мяча было. Таких этапов здесь немало. Победители определяют сразу в 4 компетенциях. На старте лучшие машинисты автогрейдеров, бульдозеров, фронтальных погрузчиков и экскаваторов. Все очень напряжены. Одно неловкое движение и победа в руках соперника. За сбивание фишки там минус 0,5 балла. А техника безопасности нарушил минус. Там световые приборы, сигналы, все учитывается. Ну а прямо сейчас одно из самых сложных испытаний. Между собой участники называют его ювелир. Потому что сначала им нужно на бульдозере сбить бутылку с водой, после чего всего одним зубчиком от ковша нужно проткнуть вот это яйцо. Умение забивать голы в кольцо и разбивать яйца ковшом на реальной стройке водителю экскаватора может и не пригодиться. Зато такие испытания максимально точно показывают технику и мастерство участников. Пока подобные этапы есть только на российском чемпионате, но вполне возможно, что сегодняшние участники покажут себя и на весь мир. В прошлом году была презентационной. Но в прошлом году мы ездили в Краснодар. Выступали, градирист занял 1-е место, машинист бульдозера 3-е место. Ну, надеемся, окажется, из презентационной она должна выйти вроде как бы в основные. Региональный этап WorldSkills в Татарстане продолжится и завтра. Имена представителей республики на всероссийских соревнованиях мы узнаем после финальных этапов. Сергей Хайдаров, Марат Саидгараев, ТНВ, Алексеевский район.